перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Салют, салют всем. Салютики. Салютики лютые, блядь. Артём Снежок. Салют. Когда клип? Клип не знаю, клип скоро, короче. Все зависит от того, как парни смонтируют, в принципе. Материала там достаточно, поэтому, я думаю, пацаны быстро сделают, скорее всего. Че, какие дела, народ, вообще? Кто чем занят в этот обеденный период? Владику салют. Сегодня одни салюты с Италии, нихуя себе. Чё там в Италии, тепло вообще у вас, нет? Чувак, здорово, слышишь? Ты чё, все фри теперь, да? Ты же вроде там был там, да? Гостил в местах, короче. Я тебя помню, мужик, помню, конечно. Как ты вообще? Ярослав прохожий. Вот у него спросите, когда клип. 15 суток осталось, чувак, блядь. Просто выбирайся побыстрее, записывай рэп, короче, блядь. Во-во, давай, давай, ебаш. Ждем тебя, твоих бенгеров. Никитос, салют.
Да я ровно, нормально. Вот пишу новый материал, сейчас на студийке сижу. Только приехал. Скоро будут подгоны. Все будет интересненько. Гости бегают. Давай, мужик, скидывай демки. Скидывай бенгеры. Сейчас тоже процесс пошел. Слушай, да пиши в Телегр, если что. В Телеграм, ВКонтакт, я увижу, что это ты, там спишемся. Любые соцсети там, похуй. Хоть в Твиттер. Ну давай, в личку мне напиши тогда. В принципе, добавлю, короче. Блядь, что-то не открыть мне бит, короче. Тур. Но тур уже, походу, в этом сезоне, я не знаю, наверное, столько летом, осенью, скорее всего. В Москве концерт 21 июня. 99% инфа. До этого будут дропы какие-то. Бля, не приболел, просто пока шел по набережной, блядь, обводного канала, охуел от ветра, подзамерз. Первый бит играл охуенный. Да вот, тут кое-какие проекты добиваю, короче. Что-то на студийке давно не был, что-то послетало тут, блядь. Некоторые плагины. В Казахстан бы я с удовольствием, пацаны, привезите только. В любое место вообще. Хоть в Северную Корею поеду, блядь. Только везите, Но в Казахстан по-любому вообще хотелось бы. Что за студия? Моя студия. Моя с корешем. Такая вот, все по-скромному, но 7 лет уже работает. Скоро будем переделывать по-новому. Да, шарю. Ну ничего, сейчас как раз будешь фри, голод даст о себе знать музыкальный. Биты сам пишу, да. На кэшбэк много с Айбицы мы сделали, но там подписал я его авторство, но там много моих битов. До 2012 года только биты и делал практически. Мерчик, посмотрим, да. С Азимутом теперь мы работаем, поэтому я думаю, теперь все будет. По сумме и в группе есть менеджер теперь, который по концертам. Пишите, там Никита Алексеев ему. Да, первый мой играл бит. Только вот первый я не помню, какой был. Сейчас, первый бит найду. Thank you.
Бризи, Бризи. Бризи Мьюзик здесь. Я что-то тоже за биты сел сегодня. Вчера тексты писал, сегодня за биты сел, короче. Колапать я чем-нибудь скину, Роман, себе скину что-нибудь. В принципе, всяких недоделочек хватает. Но вот у меня на студии не все проекты, вот все основные проекты дома у меня. Надо мне довести сюда, короче. Да есть, есть, да, блядь, чувак, тут, блядь, 400 битов есть, блядь. Но мы с Айбицем делали, вот коллабили тоже много, с Орехом сейчас делаем, можем с тобой что-то сделать. Е-е, братан, давай. Если чё, в любые соцсети Майку отвечу. Блять, не могу, хочу вам бит показать один, не могу его найти, блять, пиздец. Блядь, сейчас найду. Демки не могу пока ничего показывать. Чё демки-то, слушай, демки это, блядь, ни о чем. Как бы надо сразу показывать треки готовые. А треки пишутся, в принципе. Теперь, ну, уже на данный момент могу сказать, что на так долго уже пропадать я теперь не буду точно, как бы. Вот, поэтому ждите. А, вот, по-моему, этот бит, блядь. Или это не этот бит. Сука, это не этот бит, но это тоже пиздатый. Казахстану привет тоже всегда. Блять, что-то у меня мало зрителей вообще. Что, как-то надо поднагнать, да? 10 тысяч человек каким-то образом. Вот сейчас включу вам бит, послушайте, кто там вообще. Лучше в наушниках послушайте. Смотрите, бит 2010 года, апгрейд. Послушайте, вот. Это дерьмо. Thank you.
Взять не знаю, через месяц, наверное, где-то. Как парни смонтируют, так... Думаю, долго ждать не придется, скорее всего. Альбом, я не знаю, альбом, наверное, осенью я сделаю, а синглы, думаю, тоже будут. Вот сейчас этим и занимаюсь как раз-таки. Чё, народ, какие дела? Какие дела вообще? Чё-то у вас все мало стало как-то. Чтоб не завидовать другим, не выглядеть жалким. Новое готовится каждый день просто. Каждый день. Вот приколитесь, кто шарит, короче, какие биты делал в 2009 году, 2009-2010, вот послушайте, вот прислушайтесь, просто вот, блядь, приколитесь. Да, какой-то грайм, короче. Какой-то грайм, блядь.
Андрей Кит. Здорово, отец. Не особо чилим, так тут проекты делаю, работаю на студийке. Вот решил что-то выйти, посвятить ебальничкам своим несвежим. Киеву салют тоже. Не, я биты не продаю теперь больше. Делаю так только эксклюзивно, если как бы, ну, нет в этом смысла их куда-то выкладывать, как бы.
Привет, соколей, ёпта. Ну, привет, привет, ёпта. Так вот, все, кто соколей, блядь, когда приветствуют, ёпта, не говорит, как бы. Если ты понимаешь, о чем я, как бы. Чё за ёпта? Если мы знакомы, то может быть, как бы. В Киев, да, я бы с радостью. Как-то пару раз мы, кстати, были приглашениями, блядь, и последний раз я срывался еще до всей этой бузы, еще в 2013-м меня хотели и в 2014-м привезти, короче. Ну, что-то все соскакивали. Димон, здорово! Клип скоро, скоро клип. Клип, я даже думаю, быстрее, чем я сам ожидаю, скорее всего.
такая цыганщина, короче. Так, надо вам что-то еще пару битов приколоть и валить, короче, да? Нужно уже писать тексты, блядь. Я вообще приехал сегодня писать тексты, пацаны. И девчонки, если есть такие здесь. Балтийской студии. На красном треугольнике, на знаменитом. Или не очень знаменитом. Где снимали клипы, блять, все русские рэперы, нахуй. Даже я. 7 лет уже базируемся здесь. Блядь, что-то... Не найти мне один проект, тут хотел я вам приколоть. Но найти я его не могу. Блять, послетало все, конечно. Это не то. Трек гуся. Спасибо, спасибо всем, кто ценит. Спасибо вам, дорогие ребята, блядь. Для вас и делается это все. Стараемся. Стараемся, работаем. Это тоже, кстати, трек «Гуси», один из моих любимых на альбоме. У меня все любимые, но этот за один вечер написал, кстати, ребята. Трек «Гуси» написал за один вечер. В июле месяце приехал и написал.
мало нас стало, короче, совсем. Походу, не лучшее время для прямого эфира. Всех обнял.